На протяжении десятилетий специалисты по обслуживанию по всему миру полагались на это, на обычную отвертку, чтобы на самом деле определить, какое механическое состояние коробки передачи или оборудования на производстве. Но это было от того, что не было других альтернатив. С новым вибрационным тестером Fluke 810 мы даем готовое решение для вибрационного контроля состояния на вашем производстве. Раньше, когда мне надо было сделать вибрационный анализ своего оборудования, мне приходилось нанимать кого-то со стороны, чтобы он пришел и провел этот анализ. А из-за того ограниченного бюджета, который у нас был, нам всегда приходилось решать, какое оборудование анализировать, а какое нет. А это всегда похоже на лотерею. С вибрационным тестером Fluke 810 я могу проверять свое оборудование в любое время и так часто, как мне необходимо. У меня есть коллеги, которым приходится тратить средства из своих бюджетов, чтобы нанимать консультантов с вибрационными тестерами для проверки их оборудования. Но с вибрационным тестером Fluke 810 я могу проверять свое оборудование, когда захочу и с той периодичностью, как мне надо. Мне не нужно платить кому-то, чтобы он пришел и сделал это для меня. А также информация доступна для меня. Мне не нужен переводчик. Вибрационный тестер делает это для меня. С помощью вибрационного тестера Fluke 810 мы даем технику объективную информацию о механическом состоянии с использованием процесса, состоящего из трех этапов, который выглядит так: в чем заключается проблема, где она находится и насколько она серьезная. Если же обратиться к серьезности проблемы, мы даем четырехуровневую шкалу серьезности: слабый, средний, серьезный и предельный. На следующем этапе мы переходим к приоритетности, работая в первую очередь над теми проблемами, которые действительно являются критичными. У нас есть пара видов оборудования, которые за предыдущие несколько лет создавали нам проблемы. Мы восстанавливаем подшипники, меняем подшипники. С инструментом для виброанализа Fluke 810 я могу провести вибрационный анализ этого оборудования и буду знать, изнашиваются ли эти подшипники до того, как произойдет критичный отказ. Таким образом, я могу решить, когда остановить оборудование, когда отремонтировать, когда заменить его. Мне не нужно беспокоиться о том, чтобы ждать, пока оборудование откажет, прежде чем я что-то сделаю. Мы разбили вибрационный анализ на три простых этапа: настройка, измерение и диагностика. При настройке мы вводим информацию, которую ваш специалист уже знает. Если вы введете правильную информацию в вибрационный тестер 810, он даст вам правильный диагноз. Измерение. Мы учитываем, что вы делаете. Если вы осуществляете ремонт или предупредительное обслуживание, это прибор для вас. Он даст вам ответ о механическом состоянии сразу же. И, наконец, диагностика. Никаких предположений. Устраните все с первого раза. С этой информацией я понимаю, в чем состоит проблема, где она находится, и насколько она серьезна. Как для менеджера по эксплуатации, это для меня важно, поскольку я могу понять, какую работу необходимо сделать в первую очередь, когда и какие запчасти я должен заказать. Я могу контролировать наличие запчастей. И я могу более активно подходить к эксплуатации. Я потенциально могу предотвратить неожиданные отказы. Если у вас останавливается оборудование, то вы теряете производительность или прекращается охлаждение для создания комфортных условий. Поэтому, если необходимо остановить оборудование, это означает, что производство не работает, мы не зарабатываем. Вибрационный анализ никогда не был проще. Что мы сделали в вибрационном тестере 810, так это то, что все разбито на этапы. Техник должен дать ответы на очень простые вопросы о подключении к трансмиссии. Двигатель переменного или постоянного тока, есть ли у него привод с переменной частотой, какая рабочая скорость, какая мощность, что он приводит в движение, насос, коробку передач, вентилятор, какие типы различного вращающегося оборудования, на которые мы смотрим. Мы даем немедленный простой ответ на механические проблемы, с которыми сегодня сталкиваются специалисты по эксплуатации. Что мне нравится в виброанализаторе Fluke 810, так это то, что его можно использовать через 10 минут после того, как вынули из коробки. Он очень удобный для пользователя, интуитивно понятный, с ним есть руководство пользователя, но свое я даже не открывал. Я люблю взять прибор и сразу пользоваться им. И через 10 минут после того, как я его вынул, я уже им пользуюсь и провожу настоящий анализ своего самого критичного оборудования. Одно из великолепных свойств 810 состоит в том,
что он интерактивный при использовании. Это не только диалоговые окна, где он подсказывает, что ты должен делать, правильно ли ты делаешь. В нем есть еще и картинки, и можно посмотреть, как установлено ваше оборудование, как установлено испытательное оборудование, увидеть это на картинке. И если что-то не так, то что-то не так. И это действительно просто, и трудно ошибиться. Самая поразительная вещь в вибрационном тестере 810 — это то, что он дает ответ сразу же. Большинство виброанализаторов дадут вам график. А это требует какого-то уровня обучения для интерпретации и понимания. Но буквально нажав на две кнопки, я получаю ответ, который простым языком точно сообщает мне, в чем состоит проблема, где она находится и насколько она серьезна. Если я управляющий по эксплуатации, понимание всего этого помогает мне контролировать склад запчастей, помогает установить приоритет работ, которые мои специалисты по эксплуатации собираются делать. Через 10 минут после того, как вынули из коробки, вы уже пользуетесь им и получаете сразу же информацию о состоянии оборудования. Вибрационный тестер Fluke 810 — это революционный продукт, который дает новый подход к поиску механических неисправностей. Мне не надо ждать, пока выйдет из строя критичное оборудование. Я сам могу выбрать, когда буду его ремонтировать. У нас нет простоев, нет потерь производительности, и я не должен тратить свой бюджет на оплату сверхурочных при ремонте отказавшего оборудования. В нем есть все, к чему вы привыкли, и за что вы доверяете Fluke. Он прочный, надежный, простой в использовании и дает вам ответы сразу же. Я бы рекомендовал другим руководителям эксплуатационных служб и главным механикам позвонить на Fluke или зайти на веб-сайт и договориться о демонстрации. Как только вы увидите этот инструмент в работе, вы захотите его приобрести. Прибор действительно продает сам себя.